Io chiamo Italia bene, Italia super bene. Vi сильно страдали из-за войны? Sì, мы никуда не уезжали, мы здесь. Мы не предаем родину здесь. Суждено погибнуть, так значит суждено. Но мы выиграем, фашизм не пройдет у нас. Здравствуйте. Здравствуйте. А как сейчас ситуация у вас в Горловке? Сейчас пока нормально все. Сейчас слава тихо, слава Богу. Учимся. Учимся потихоньку, да. Сильно бомбили? Очень сильно бомбили. Жили в подвалах. А можно я расскажу? У меня ребенок родился 27.07.2014 года. Снаряд попал в роддом. Вот, во время моих родов. Так что рожала ребенка я в подвале. Вот. Ну, мальчик у меня, слава Богу, растет, жених. Посмотрите, что сделали с нашей школой, в которой я уже больше года работаю учительницей. Вот. Ну вот это было сравнение. Прямое попадание снаряда, вот это было обрушение. Фугасно сейчас, секундочку. Я скину. Вот. А сейчас вот это вот. Чтобы 1 октября дети пошли в школу, вот это люди своим ударным трудом вот это все вот чинят. И днем, и это, ну, здесь идет большие восстановительные работы. Прям прилетело в футбольное поле. Вот это все разворотило, вот это все собрали как есть. Здесь была очень, очень глубокая воронка. Ее засыпали и заделали. Ну, покрытие уже, конечно, не восстановится. Надо замену делать. Здесь вот дети играли в футбол. Это как раз, по-моему, вторая школа, у которой есть и поле искусственное. У нас всего лишь парочку школ таких. И это на Зыряновке, по-моему, на 245-м квартале. И вот это, где искусственное поле, где можно круглый год играть в футбол. Ну, пожалуйста. Все лучшее детям. 152-й калибр, пожалуйста. Ну, последнее время, как 25 числа было у нас обстрел был. Вот, пожалуйста, без окон остались. Вот. Стекол повыбивало, все нам с обеих сторон. И с той стороны, и с этой, все, видите, клеенкой подзабили. И сидим, ждем, пока нам сделают. Вроде обещают. А вы знаете, кто обстреливали против вас? Кто? Украина. С Украины кто же нас обстреливал? Порошенко тоже нас обстреливал. Порошенко не хочет мира, хочет войну. Он нас никак считает, что мы здесь террористы. Так что вот так. Поэтому нас убивает наших детей маленьких. Специально убивает. Школы разбомбил, школы. Школы побомбил. Одну и вторую. Теперь дети в другие школы ходят учиться, пока здесь ремонт идет. Просто целенаправленно, именно на население убивать. Вот 4 дерева у нас, осколки там, а я не знаю, осколок там есть? Есть осколок, сейчас, принеси, сейчас принесу. Тоня, цветочница, подцветочница. Там видите дерево, осколок какой-то, там вот такой осколок. Вот, Антоня, вот. Я его спрятала. Вот. Увидите, какой осколок. Вот. Это все сюда попало. Дерево спиляли его, а оно вот там такой. Прям вот здесь выковырили вот. Его. Это ломом подбивали. Но это мирный район, мне кажется. Да, да. Это жители, никого здесь нет. Ни солдатов, никого нет. Стреляли специально. Вот. Вот. Вот там, вон, видите, стена в доме. Вот. Вот так торчало оно. Только он аж туда. Туда был. Еще был. Вон, видите, вон стену какую, дырка была вот там в том доме. Летела туда. И замазали уже, слава Богу, дырку. И там дырка была 3 метра, наверное, на 3. А то и больше. Это все на людей. Причем здесь люди, если... Вот, да фашисты, наверное, так не делали. Не обстреливали. Куда положили. По вашему мнению, какое развитие этой ситуации? Кто его знает, вот ждем, чтобы хоть бы мир какой-то уже был. Сколько уже нам? Уже 1.5 года мы сидим под этими бомбежками. Спасибо.
А ты и сказал, что дети будут ваши в подвале сидеть, а мы будем гулять. Наши в школу выехать, а ваши будут в подвале. Сволочь. Тварь такая, чтоб ему никогда не было добра. Кого обещали? А? Кто обещал это? Порошенко сказал. Он по телевизору даже говорил, что наши дети будут в школу ходить, а ихние дети, ну вот мы, наши дети, будут в подвалах сидеть. Племянница 3 года, она тоже знает, что стреляют. Она по разговорам слышит, что стреляют. Она уже все понимает. Да. Мы сначала разговаривали с ней, что это гром, но она уже по разговорам слышит, что это не гром, а снаряды падают, выстрелы. Она уже все понимает. У меня ребенок тоже сейчас сидит, когда обстрел сильный начинается. Сидит в подвале, спокойно уже понимает, что это такое подвал. То есть, как все дети там, не бегит, не играется, сидит спокойно, слушает. Если где-то пахает, он пальцем показывает, там, ну, там пахает, пахает. Она видела все это, знает, что такое разрывы града, знает, когда падают снаряды, когда стреляют наши, когда стреляют от нас. Ваша дочка? Да, она это все знает. Она пережила войну, мы никуда не выезжали. Ее зовут Настя, ей 5,5 лет. Улыбнись, дядя. Без пап. Она знает, что все такое, что война. Все остальное. Иди гулять. Ты знаешь, кому это памятник? Кому? Расскажи. Расскажи, не бойся. Деткам, которые погибли, душечки мы ложили сюда, да?